В Динской прошло первенство района по карате «Доша Такан КЗХ». Соревнования посвятили памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. Поэтому еще до начала поединков собравшиеся вспомнили поименно правоохранителей ценой своей жизни остановивших преступников. Начальник Динского отдела внутренних дел Юрий Шиян отметил, что присутствующие в зале совсем еще маленькие и смешные мальчишки и девчонки в будущем должны стать достойной сменой ушедшим блюстителям правопорядка. Это будущее наши воины, защитники нашего Отечества, будущее полицейские, будущие инженеры, учителя, просто рабочие. Для них, конечно же, будет, конечно, в жизни легче происходить становление взрослой жизни при вот такой закалке. Организаторы постарались, чтобы спортивные соревнования стали праздником силы, ловкости и отваги. Ребятам показали акробатические номера, приемы рукопашного боя и сражения былинных богатырей. Некоторые спортсмены мужество и самообладание проявили еще до выхода на татами. Самый маленький участник соревнований – 5-летний Степан Забарянский. Несмотря на полученную травму и уговоры родителей, отказался покинуть место состязаний и решил побороться за победу, за что получил уважение зрителей и особый приз. Я упал, но не расстроился, потому что я настоящий боец. Далее в поединках сошли спортсмены из Адыгеи, Ейска и, конечно, Динской. И хотя тренируется большинство наших ребят недавно, они уже оценили пользу регулярных занятий единоборствами. Доша Такан КЗХ – это хороший вид спорта. Мне он очень нравится, потому что он интересный, и благодаря ему я стала реже болеть. Меня научили контролировать себя, быть сильным, ловким. Хочу уметь за себя постоять, за своих близких и друзей. Но все же на этот раз динчане оказались лишь вторыми. Первое место завоевали спортсмены из Адыгеи. Третьей стала команда абширонских каратистов. В награду за успех ребята получили кубки и медали.